Если ты хочешь, чтобы тебе купили новенький велик, поставь лайк за 3 секунды. Раз, два, три. Всем привет, ребятки, с вами как всегда Alplay и добро пожаловать на мой канал. Сегодня поиграем в игрушку Level Up Hill. Начинаем мы с вами играть с первого уровня и с первого нашего колеса, у которого тоже первый стартовый левел. Нам нужно раздавить, я так понимаю, как можно больше различных других предметов, чтобы прокачать стартовый левел. Ого, есть у нас тут получается такие предметы, которые подсвечиваются зеленым цветом, их мы с вами будем давить, а те предметы или те колеса, которые подсвечиваются красным цветом, давить мы с вами не сможем, их мы с вами должны избегать. Прокачали мы с вами наше первое колесико до 30 уровня и заработали 211 баксов. Эти деньги можно потратить для того, чтобы вкачать немножечко параметры. Начинаем уже играть с колеса второго левела. Здесь мы с вами тоже на старте довольно неплохо стартанули. Правда, прокачался только до 15 уровня. Есть у нас тут более старшие колеса, которых мы с вами трогать не будем. И чуть было я не врезался в другое красное колесико. В этот раз мы с вами прокачались уже чуть-чуть получше до 42 уровня. Тем не менее, опять заработали довольно неплохо денег, и давайте прокачаем стартовый левел. Начинаем играть уже с третьего уровня, и опять попробуем раздавить как можно больше других инородных предметов. Я заметил то, что когда мы с вами прокачиваемся где-то плюс-минус 10-20 уровней, колесо у нас меняется. Мы с вами начинали играть прям с самого первого колесика такого светлого, а здесь у нас, посмотрите, уже какое-то темное колесо, по крайней мере, темный диск. Покрышка у нас, по-моему, не особо меняется, а вот диск этого колесика довольно существенно видоизменился. В этот раз, ребят, мы с вами походу побили наш рекорд и прокачались до 72 уровня. И у нас получилось вот такое прикольное, какое-то золотистое колесо с золотистым диском. Есть у нас немножко денег, можно прокачать опять немножечко параметры. Вкачали мы с вами до 3 уровня тот параметр, который нам и приносит деньги. Сейчас попробуем, ребятки, заработать побольше денег и прокачать все-таки, наверное, стартовый левел. Больше всего я буду вкачивать, наверное, деньги в стартовый уровень. Чем лучше мы с вами стартанем, тем дальше нам будет легче. Лучше всего, конечно же, давить более мелкие колесики, у которых уровень, к примеру, там 5 или 10, потому что за них мы с вами очень много зарабатываем уровней. А вот эти вот предметы у нас все первого левела, поэтому если мы даже их с вами раздавим, только один уровень себе поднимем. В этот раз у нас колесико, ребятки, докачалось до 86 уровня, и мы с вами опять чуть-чуточку подальше продвинулись. Есть 367 баксов, и давайте вкачаем... Ну, давайте опять вкачаем стартовый левел. Теперь у нас колесико будет 4 уровня. Ну и на старте, посмотрите, у нас уже 14 левел. Это будет, наверное, рекорд. Мне кажется, ребятки, что если этот левел будет довольно длинный, мы с вами, наверное, побьем предыдущий наш рекорд и проедем еще дальше. Опять у нас колесо немножечко видоизменилось. У нас 67 левел. Давайте попробуем сейчас раздавить еще впереди 80 уровень нового колеса. И в результате, посмотрите, 171 левел мы с вами накачали. Ну а в целом добрались до 180 колеса. Это был, ребятки, рекорд. Заработали 250 баксов, но, к сожалению, этого пока не хватает для прокачки нашего стартового уровня. Погнали дальше, будет у нас следующий уровень. Попробуем, ребят, мы с вами опять набрать побольше деньжат и опять вкачать чуть-чуть получше наше колесо. Я вижу то, что периодически эти колеса красного цвета пытаются меня подрезать. Вы представляете, они ровно не катятся, они выезжают на дорогу таким вот образом, чтобы меня подрезать. У них ничего не получилось. 285 уровень у нас в самом начале был прокачан. Но в целом мы с вами добираемся до 300 левела. Впереди осталось только 4 колеса, которых мы с вами не смогли разрезать, не смогли раздавить. Итак, у нас опять есть возможность прокачать стартовый уровень, и начинаем мы с вами игру уже с 5 левела. Опять на старте неплохо прокачались, и я вижу то, что, по-моему, все, что было на моем пути, я все раздавил. 87 уровень. Ребятки, получается, что мы с вами с каждым новым уровнем все лучше и лучше прокачиваемся. Стартовый левел реально решает, и посмотрите, как это колесико разогналось. Сколько у нас будет? 258. Ну, тут, наверное, мы с вами доберемся приблизительно до той самой отметки, что и в предыдущий раз. Да, опять мы с вами остановились на 300 левеле. Только 4 колеса впереди нас пока что сдерживают. Я думаю, что пока ничего прокачивать не буду, все денежки поберегу для того, чтобы выкачать стартовый уровень. Количество денег я прокачивать пока не собираюсь. Опять раздавим побольше предметов. Правда, они довольно мало дают нам массы, и эволюцию мы с вами не сможем поднять. А здесь можно уже, конечно, раздавить другие колесики. Самое основное, что нам нужно делать, это прокачать стартовый левел и потом начинать уже давить колеса, у которых левел поменьше, чем у нас.
И таким вот образом 256 уровней опять мы с вами заработали. И опять на той же самой отметке походу останавливаемся. Опять вот это вот роковое 300-е колесо нас не пускает вперед. Нужно нам прокачаться чуть-чуть получше, чем 300 уровней. Если мы с вами хотя бы 301 левел вкачаем, все будет у нас тут круто. Здесь у нас немножечко походу уже поменялась локация, потому что я вижу, на старте у нас много красных колес, которых мы с вами пока что трогать не можем. И за счет того, что мы их с вами не стали трогать, видите, довольно плохо прокачиваемся. Нужно все-таки прямо на самом старте стараться все давить, все прям по максимуму давить, для того, чтобы дальше было двигаться немножко полегче. Здесь мы с вами, к сожалению, ребятки, до 180 уровня только добираемся, и впереди довольно много еще вот этих вот покрышек остаются. Ну ладно, зато у нас есть с вами уже возможность прокачать опять колесо, и оно переходит на следующий 6-й левел. Довольно прикольно меняются покрышки, когда мы с вами прокачиваем это вот колесико. Поначалу оно было довольно такое чмошное, и постепенно-постепенно, как только мы с вами начинаем эволюцию, начинаем поднимать уровни, это вот колесо, покрышка немножечко видоизменяется, по крайней мере, изменяется цвет. Сейчас смотрите у нас какой прикольный цвет вот такого желтенького колесика. Один, наверное, из самых прикольных. Итого, ребятки, наш 10-й уровень мы с вами смогли закончить на 150-м левеле. Есть у нас уже достаточное количество денег для того, чтобы опять вкачать стартовый уровень. Будет у нас уже 8-е колесо. И опять попробуем раздавить как можно больше других инородных предметов. Впереди у нас красное колесико одно есть. Я смогу прокачаться? Да, я смог прокачаться и смог его тоже раздавить. И у меня уже 140-й уровень, даже побольше уже. Самое лучшее это, конечно же, давить вот эти вот колеса, более высокие, более большие. У нас, ребятки, 285-й уровень был прокачан. В целом, наверное, ребят, мы с вами опять остановимся на 300-м левеле. Да, видите, впереди у нас опять осталось 4 колеса. Буквально только 4 колесика, которых нам нужно было раздавить. Ну, конечно, чем дальше мы с вами продвигаемся, тем все более и более сложнее их давить, эти колеса, потому что они практически в геометрической прогрессии возрастают. И поэтому, если начальные колесики довольно слабенькие, то там потом в дальнейшем, в конце, не очень и очень бомбезные. Раздавить их довольно сложно, поэтому мы с вами добираемся максимально только до 300-го левела. Сейчас, наверное, опять же, этот 300-й роковой левел нас останавливает. Но что ты будешь делать? Дальше 300-го уровня пока, ну, никак не получается продвинуться. Я уже и так, и этак, и стартовый уровень прокачиваю, и колеса на самом старте вроде тоже как неплохо давлю, и все вот эти вот другие народные предметы давлю, но уровень больше, чем 300-й, никак не могу собрать. Ну, давайте попробуем еще в этот раз сыграть. Может, все у нас получится. Пока неплохо. 123, плюс 80, плюс 40, плюс 10, 259. Ну что я вам говорил, видите, вот 250, 260, 280 уровней, а 300 левелов еще ни разу у нас не выпадало. Ну ладно, ребятки, думаю, что на этом пока что все. Если вам понравился данный ролик и данная игрушка, обязательно поставьте лайк. Также, кто еще не подписался, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, которые выходят у меня каждый день. С вами был, как всегда, Allplay. Всем удачки, ребятки. Всем пока.